Вот это серьезная машина, блин. Бить хотят машину, да? А? Бить хотят. Не-не, там. Там ровная дорога почти, да? Везде. Не-не, сейчас. Вот левый поворот, видите, впереди, недалеко. Вот туда. Сейчас будем под. Сейчас будем подрезать, обгонять. Сможете или нет? Собака с нами. Как зовут? Лола. Лолочка. Лола. Лола. Они герои, мы. Они? Вы вперед! Нормально? Да! Давай! Да не, мы поехали вперед. Давай, давай! Вон, видите, тут можно дорогу определять по этим. Метки разбросаны. Макс сзади. Или вы тут. Что там дальше? Туксон проедет? Туксон нет. Дальше нет, да? Нет. Моя трясутка щелкает. Да, Валера, эти дуга не оторвется, блин. И лучше сесть. Нормальное место. Шикарное место. Блин, 69-й. А что за мотор? УАЗовский? 21-й. 21-й. Это 400 какой он? 17-й? Это 21-й. Второй? Блин, тут. Типа 17-й, но. Мы не застрянем. Сейчас узнаем. Да не, ну это серьезный внедорожник. Да, такой прохладный май. Давно такого не было. Да ладно? Было? Плюс 12. Так, Валера пошел. Мы замыкаем после всех. Блин, хорошо идем. Блин, тут пилот серьезный, очень жесткий. Очень жесткий, в красный. Голосеевский район, ну это район серьезный. Кличко сказал, уборку делать. Да? Так это ты на уборку едешь или? Конечно. Я понял. А тут же тоже Голосеевский, да, практически? Рядом. Чапаевка. Чапаевка Голосеевский же, да? Классно, все зазеленело уже полностью. На кабриолете шикарно, в общем. Так, вот тут смотри, где Валера, только. А не, едем пря. Может, одним колесом попробуй левее. Это не вопрос. Да, да, ну тут пока не сложно, а вот там чуть дальше будет немножко пару сложных мест. Капать начинает, это хорошо. Чем? Без крыши? Дождь. Так без крыши мы едем. Ну да, я же говорю, капать начинает. А крыша где? Дома? Есть. А? Есть. Есть, да? Ну вот короткая такая. Ретро? Коротенькая. Я понял. Так, ну тут начинается рубилово. Там страшно. Блин, нас вытянут? Да, не очкуйте. Вас тут не бросят. А что там? Пробка. Рано, да есть там места. Газик застрял. Блин, поводок. Так, газик присел.
Давай, лебедка, слетел трос. Лебедка. Трос слетел. Хороший тоже. На, подержи. Смотрите, кто у меня тут есть. Виток перескочил. Вот такая жесть тут, смотрите. Пытался Миша проехать, но не получилось немножко. Хорошо тут, да, пристроился. Замылился протектор. Назад, кокс! Стой, стой, куда? Эй! А куда он, Олег? Офигеть, тут туксоны едут. Да, был. Да, наверное, это. Да, хорошо. Не, нормально сейчас будет оффроуд. Давай сдам еще назад, Мик. Да, начало такое сложное. Плюс летом все красиво, но листья мешают. Сейчас колею станет. А он спускал, да? Нет, наверное. Все. Все, я думаю. Да нет, это серьезный внедорожник. Аня так просто не сдается. Да я знаю. Ломай. Не, Кливинс повис. Не хватает мне. Чуть не проехал. Чуть не проехал, блин. Идет самый дорогой слесарь на Кадиллаке, сейчас спасет, сказал. Миша, надо менять колеса. На следующую покатуху другие колеса. Не хватило клиренса. Шаг, Дима, сними шаг! Да, такая дорога хорошая тут. Расколбас конкретный. Спереди 2,5, сзади 1,5. Так надо спереди еще. Слышишь, вообще капец. Четверку где-то. Так. Вытаскивает. Так, а ты там проедешь? Здесь он даже не поедет. Бородача, ты проедешь там? А? Не очканешь? Там попробовал Миша еще раз, но... Попробовал, но... Чуть не проехал опять. Просто мостами садится и все. Тоже любит оффроуд мальчик. Мальчик красивый. На волка похож.
Надо колеса поменять на следующую покатушку. Вообще, колеса голые. Больше хотя бы сантиметров на 30 надо в диаметре. По 1.60 есть, я знаю, хороший. Смотри, как у Паши надо ставить. Не-не, больше, это у Паши говно. Еще полностью поставить. 1.60, у Паши 1.37. А где? 1.30. Миша, 1.60, я знаю, есть хорошие колеса, и ты проедешь тогда. Не, у Макса маленький. Все, Миша? Нет, ты дальше не проехал. Второй раз. Отцепляй! Он не отцеплю. Миша, он не отцеплю. Отцепляй! Отцепляй! Да. Сейчас попробуют одним колесом. Одним колесом мимо колеи. Очень скользко тут такое глинистое. Так психанул и уехал назад. Миша не сдается. Красавчик, посмотрите, куда заехал. Конкретно дальше. Конкретно дальше. Сейчас очередное вытаскивание. Выняли. Такой разлив. О, Паша, да, не оправдал. Ехал, Паша, стой, вернись. Размотал. Свое накопанное задними. А ты мог на УАЗе сегодня тут красиво ехать. Они бы брызнули все. А что, он не проедет или что? Чего вы так ждете? Проедет. Внедорожник серьезный, это вам.
Да не, он не проедет. Бородач не проедет, я думаю. Да нет, застрянет. Так, ждем у него. И улыбка парня бородой. Парень с бородой. Не очканул. Видно, как он помолодел. Да, да. Вот что значит эти хорошие годы. Не, ну если его побрить, он еще сильнее помолодел бы. Даже не надо никуда ехать было. Где наш 69-й где-то должен ехать? Там колея глубже, сюда надо было. А? Влево? Ну все слева ехали вроде. Не переедет. Давай назад, давай назад. Давай еще бок, бок. Сюда, сюда надо попасть с левым колесом, еще назад. Ну так, давай еще. Теперь попробуй забраться сюда. Максимально туда, влево. Назад дальше надо. Вот, поправка в пол и поехали. Нет, стой! 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 Ходом, ну! Чуть не проехал. Так, вот серьезный внедорожник едет. Йохан и Бабай, вот это пилот, вот это парень. Сегодня он участвует в оффроуде. Это Вова. И все. А это какая машина? Джип. Джип поехал? Такую грязь? Он же может испачкаться и застрять, елки. Осторожно, можно тут испачкаться и застрять. Будьте серьезно? Осторожны, да. Тут ковры персидские, намокнут здесь, блин. Ух, какой салон, ни хрена себе. Ретро? Там слева можно объехать. Левее, да? Да. Коксу. Красивый на 33-х колесах. Шикарно выглядит. Хорошее скользкое место. Что ж там за машина едет, интересно? АДЛ-200. Дома уже, наверное. На мойке. Так, там ГАЗ-69. Такая борьба, что нельзя не подойти. И тут расколбас. Просто шикарный. Ну что там? Ого! Нормальный пейзаж открылся. Сейчас будем вдвоем дергать. Буду Максу звонить. Интересный сюжет. Так а что ж делать теперь? Давай вдвоем. Не-не, мы не достаем, не можем перевесить. А не, смотри, что-то. Ну не достали до земли.
Такой расколбас серьезный. Лебедка чуть маленькая, немножко не туда крутанули. А вот и Макс. Смотрит барабака. Лола. Давай машину. Ух, умная какая. Не газуй, не газуй. Стоп. Стоп. Стой, Макс! Блин, это жесть. Стой, 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 стой. Сейчас заведет. Не работает? А ты на передаче. Передачу выключи. Переживает собака. Куда без нее поехали? Лола. Стандартный ремонт. Пробуй. Вроде же воды не было особо. Сегодня вчера начал. По стартеру подгал еще. Пробуем буксира. Есть. Чуть подсос надо, чтобы не заглохло. Застрял. Давай чуть-чуть еще. Да он застрял опять. Хорош. Лола. Блин, ямы тут такой не было в этом месте, это жесть. Кросс только очень короткий. Одевай, достанет, не? Достанет. На фаркоп? Не, переезжай. Так пошел, мам, грузиться? Наивный, да, такой. Седай. Грузиться? Что, поехали? Наивность, да? А сноркель есть?
Откуда? Да будет, не сейчас сделаем. А электровентилятор, да? Там же стало нормально дорога. Да проедем, поехали. Короче, я загублюсь по реке. Да, да.